Вот так вот выглядит мухомор. Вот он, средненький мухомор. Ну, молоденький. Вот, на нем есть вот такие вот пятнышки беленькие. Ну, бывает то, что пятнышки смывает дождем. Они вот облазят с него. И можно понять, что он облез, когда возле, прям на земле, на траве, вот такие белые остаются, вот эти пятна, они стекают. Так, что еще, как узнать, что это мухомор? Ну, допустим, пятнышек мало, или вы сомневаетесь, что это вообще пятна. Вот у него вот такой вот стебель, то есть ножка у него плотная. Кыш, собака. Собака, уходи, уходи. Вот такая плотная ножка. И у него есть еще вот такая вот юбочка. Вот она, юбочка она. Вот. Ну и, по-моему, он никогда не бывает червивый. Он вот чистенький какой. Вот. Ну и еще кое-что расскажу про мухоморов. Что знаю. В общем, мухоморов много видов. Видов 20, наверное, насколько я помню. И опасная доза для человека 15-20 грибов, ну, для взрослого человека. Это уже смертельная доза. Так, а вот мухомор уже старший. Вот, он уже побледнел такой, сморщился. Но пятнышки, вот они остались на нем. Их видно. Так, та же юбка у него осталась, вон она. Сейчас посмотрим, червивого нет. О, какие-то дырочки есть. Почему-то. Так, вот он такой. О, он уже сухой. Ёлки-палки, он сухой. Ну, вот это то меньше, но тяжелее. Вот такой мухоморчик классный. Красиво. Ладно, все.